Всех приветствую. Этот ролик — продолжение предыдущего ролика, наверное, когда в дождливую погоду мы ездили, катались по грязи. У нас ночью сегодня прошел дождь, и один маршрут мы так и не проехали. Сегодня поедем, хочется попробовать. Так, друзья, собрались мы на покатухе. Показываю, какие автомобили у нас. Новый участник на тракторной резине. Прикольненько, посмотрим. Следующий автомобиль у нас. 31-е, сзади блока, впереди у тебя ничего нет, да? Впереди у нас ничего нет. 205 на 15. Лимитированная серия. Тут полностью сток и резина у нас сток. Стоковый автомобиль. Только с салона. Ну, не только с салона. Прям буквально 1000 километров. Завтра поедет на первое ТО. Шевик. Самоблок. Так, 215. 16 Шевик. Здесь у нас что, расскажи? Перезаклок. Блок? Самоблоки или блоки? Эти, доктор драйв. А, доктор драйв, понятно. И, в принципе, больше ничего, да? Больше да. Ничего. Ну и резина грязевая, 215. Ну, это мой автомобиль. Два самоблока, занижение, лебедочка. Ну и поджерик. На автомате, по-моему. Да, на ручке. Заехали мы в наш дремучий лес с очень прикольной дорогой. Влага здесь сохранилась. Колесики скользят. Возможно, у нас что-то получится сегодня. В предыдущем видео сюда мы заехать не могли. Но, как видите, все или дождя было мало. Вот фишка вот здесь вот именно. То есть едешь, машина под наклоном, хотя, смотрите, скользко. И надо туда будет выехать. Первый участник. Если сейчас он мокрый слой уберет, а внизу будет сухо, блин, для нас будет печально, ребята. Прямо для нас будет печально. Собрались вот именно посмотреть, как вот здесь можно будет проехать. Пробует правее, зацеп за траву. Нет, а что, едет? Я проехал, дальше будем пробовать. Давай, молодец. То есть у Николая не получилось меня объехать, и его стащило к дереву. Поэтому сейчас пока проведем эвакуацию, то есть не васиком цепляем жопу, ну, за заднюю часть автомобиля, я спереди, и попробуем его, чтобы в дерево его не стащило. Смотрите, я его цепанул, за не васик сейчас зацепим, и Николай попробует сам. Компании у нас получилось, как говорится, безболезненно вытащить автомобиль. Иди. Иди. Пошло, думал, сейчас свечка встану, но думал, придется цепляться там лебедкой за дерево или что-то. Ну и второй пониженный, хотя занижение стоит. У меня не хватило, когда я буксовал. Она первый пониженный поднялся. Вот, потом первую пониженную и выехал нормально. Ну давайте посмотрим поджерик. Во-первых, вес побольше.
Практику, как говорится, не пропьешь. Бери вот туда, пробуй. Ох, ёпт. Было, я бы сказал, ребята, экстремально. Прям очень экстремально. Николай, ну-ка эмоции свои. Сколько дерево все равно пришло. Вот сейчас, если Николай не заедет, будем травить колеса. Ну, две Нивы вот у нас получилось. У тебя грязевая резина? Вот у нас у обоих грязевая резина. Здесь как бы шоссеечка на данный момент. Ну, он и потяжелее. Смотри, не получается, да? Тяжело. Работа оператора. Сложная работа. Закидал меня всего. А, решили пока отложить. То есть сейчас... Стой, Николай! Там яма. А у тебя передние колеса там что, свободны, что ли? Что-то одно колесо маслает. Задние я не вижу, как работают. Ну что, ребят, пока 2-0, наверное, да? Две Нивы у нас получилось заехать. Под жерик пока, но сложновато. Сейчас Николая сюда перегоним, пусть травит колеса. Толкнули машину, да? Ну и вознаграждение грязью, пожалуйста. Вон, машина сама скатывается. Так, поджерик на штрафстоянку. Туда травить колеса. Было две ситуации очень критичных. Когда автомобиль мог лечь на бок, да? Мог. Видишь, меня в пот бросило. Да. Ощущение? Ну, ощущение такое, конечно. Просто сжимается сразу все, да? Думаешь, ё-моё, да нахрена вот это все, да? Да нет. Нет? Ну, адреналин это самое главное, да? Да, адреналин есть. Все, Николай, ты травишь колеса, ждем, как поедешь на отравленных колесах. Так, стоковый, не Васик. Газу. Надо было газовать. Опасно. Это ребята только сидя перед экраном с кружкой пива, да? Я говорю, ребят, ну кто сидит перед экраном? Кажется, да хер ли там, газуй давай и все. А на самом деле ощущение, когда ты управляешь автомобилем. Правей. Нет, ведь ты бросаешь газ, тебе надо заходи, правее пробуй и газ не бросай. Давай. Впрочем, камофлайн установлено. Нет, с такого очень тяжело подняться. Надо на начальный путь вставать, чтобы с горочки правее и вот сюда уходить. Здесь колеса запускаешь, жопа здесь уходит и газ не бросаешь.
Крутишь, и она выходит. Что, надо, пускай, наверное, Виктор едет, травит колеса. Надо ехать травить колеса. Ай! А, Николай там тоже. Давай! Нет, все, стоп. Пусть травит колеса, посмотрим. Результат потом. Кто у нас выезжает направо, называется тропа позора. У кого моральный дух слаб, кто не хочет испытать свой автомобиль, все, они нам больше не друзья. Ну, это шутка, конечно. Ну, просто люди боятся, конечно. Сзади блокка, впереди, ребят, не помню. Видишь, там гора, там, блядь, бесполезно наверх заезжать. Не матерись. Здесь только вот выезжать вот так прямо и пробуйте. Вот так прямо только, если, блядь. Его там где. Да. Страшно, сложно. Ребят, лайкосики там понажимайте, пацанам. Стараются для вас. Для контентика. Ну, интересно, очень интересно. Сейчас посмотрим, как травленная резина поедет. Давай! Молодца! Третий невасик, не травленная резина, сзади блока. О, тракторная резина, узкая. Давайте отойдем. Тракторная резина, как себя поведет? Ну что? Вообще, лайт. Тракторная резина, не травленная, между прочим. Смотрите, вообще на холостых пытается. То есть ему показалось, что это все очень легко. Ну, красотка. Резина решает. Человек владеет невасиком не так давно. Ну, вообще легко. Молодец. Невасики у нас едут. Не травленные. Уже, ну, тепло, реально тепло, подсушило, ребята заезжают. Раньше как-то я скользил, сейчас едет у нас два травленных автомобиля, поджерик и невасик стоит. Поджерик стравил до единицы, но я думаю, сейчас должно быть легко уже. Нет, почему-то. Надо ехать. Ёлы-палы! Ох ты, что ж он третий раз на бок ложится. Ну, пытается лечь. Нормально. Третий раз. Это кошмар. Николай, третий раз. Ну-ка, какие эмоции сейчас вот. Мне кажется, это вообще жесть уже, а? Нормально. Для этого и приехали. Блин, ну, вроде бы уже и подсушило, а? Тяжелый. Ну, возможно, да. Нет, ну, стравили. Тяжелый, да. Вот дерево. Угу. Николай, сейчас не трогай. Давай потом нагреем. Слышь, не трогай сейчас. Издержки по катушке, ребята. Эмоций. Вот это все. Ну, к сожалению, кто сюда приезжает, он уже готов на какие-то издержки. А так вот дерево. Автомобиль. Заднее колесо у нас получается в ямочке. Сейчас он меня грязью опять. Да нет, должен тронуться, должен. Легко. Все, отлично. Стравились до единицы. Ай-яй-яй. Давай назад, ведь держу. Нормально. Отлично. Ну не, все, ребят, сухо, уже неинтересно. Все, неинтересно.
Ну все, уже реально просто, реально просто. Ну что ты? Больше боялся? Ну да. А, ясно. Опыта мало. Невозмутимое лицо, да? Какие-то УАЗ, китаец, там мосты УАЗовские, вот. Ну и уже по сухому, условно говоря, поедет он по сухому. Хотя скажу, что подсохло хорошо. И я вам показал, что подсохло хорошо. Ну что, я даже не успел, то есть кнопку нажал, ну молодец, заехал, то есть в обратную сторону. Не, сухо, опа, дерево, нормально, ну уже реально сухо, подсушили. Ого-го, нормально, легко, во, потихонечку, интересно. Вот это правильно, интересно, а то все с разгона выезжают. Ну блок работает, сзади два колеса масла. Вторая, давай газу, газу, газу. Уже, видите, колеса выкидывают сырое. Зацеп идет до сухого. Называется как бы высушивание грунта колесами. Давай, инерция побольше, выезжай. Бля! Я как и вам и говорил, что кто приезжает на покатушки, но как бы готов пожертвовать какой-то либо деталью. Зеркало, да, не страшно. Но все равно, смотри, не сдается, он пытается все это. Ага, вон как сделал. То есть на пике встал. И заехал. Ребята, лайкосики, пожалуйста, и комментарий напишите. В поддержку ребят наших. Интереснее. Может, может. Ну, Николай вообще по другой траектории, смотри. Все его тянет на бок, а? Все его на бок тянет. Николай, ты очень сильно взял туда. Давай вот отсюда нам заезжай. Тут уже обороты в конце, видите, вытаскивают легко. То есть мощь двигателя, да. Больше оборотов. Давай, дави, 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 дави. Назад.
все, должен. Должен уже выехать. Глаза боятся, руки едут. Кама плавит, вправленная единица. Ну, легко. Это у нас последнее упражнение, и выдвигаемся пить чай. Просто контрольно посмотреть. То есть у нас КитУАЗ завершает наше мероприятие. Ребят, попрошу написать комментарии, поставить лайки. Ребята стараются для вас. Я думаю, вам не трудно нажать пару кнопок. Все-таки интересное мероприятие получилось. Посмотрели сами, как на резине травленная едет, не травленная. Да, конечно, был бы дождик, было бы поинтереснее. Но как получилось? Выехали, покатались, сейчас поедем чай попьем. Жду от вас комментарии, ребята. Переходите в телеграм-канал Нива007. Там фото, видео можно выкладывать, общаться. Ребята со всей страны вашей. Большой, как говорится. Участников много. Делимся каким-то опытом. Поэтому спасибо за просмотр. Жду вас в комментариях, ребят. Так, пересели мы на место пассажира. Посмотрим, как. Расскажи про машину. Людям тоже интересно. Как бы сам собираешь. Уже сколько лет? Ну, собирать это одно, надо только с головой собирать. Когда, знаешь, в нашем случае хочется и то попробовать, и это, запчастей не находишь. В частности, почему я вояки ставил на него? Вот у тебя на Ниве есть занижение заводское, на моего никак нельзя такое найти. Ну ты за счет пар поменял, да? За счет главных пар я пытался добиться того, чтобы можно было крутить хотя бы, да, в тяжелых моментах. Раскручивать, а на егошних, ну, никак не получается такого сделать. Вот сейчас, если я еду в первое, он не осиливает вторую, никак, он начинает прям, ну, взрываться. А на вояках доходило даже, что я мог на третью перейти свободно. Позволить себе вот так вторую включить и он пойти, причем легко, не напрягаясь, а это вот прям чувствуется, как мотор греется. И, ну, не осиливает вторую на нем. Приходится первая отсечка, поэтому он так и буксует. Слушай, ну пора заезжать, уже все давно заехали. Ну, хотелось бы другой заехать маневр. Ну ладно, давай, как все, заезжай. Дерево не надо. Все, ну, не меньше будет. Все в него целились, все. Но все пожалели дерево. Ну ладно, не будем мучить.
что, пойдем чай пить? Да, поддерживаю. Ну что, перед отъездом ребята, которые еще хотят, вот они первые, говорят, мы проедем, но давайте посмотрим.